Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Фитберлик Онлайн. В этом видео хочу вам показать новиночки нашего 6-го каталога, который я взяла по VIP-программе, то есть за 2 недели раньше. Это будут вот такие детские кеды для девочки золотые. Следующие, это будут резиновые сапоги, вот такие синие я взяла. И будут туфли. Вот эти тоже синие. И сейчас я вам подробненько все покажу. Начну я с детских кед. Приходят они вот в таком мешке с замком. И вот такие кеды у нас. Это идет, значит, кеды для девочки Наоми. Размер это 31, артикул 51-323. Верх текстиль, эко-кожа, подкладка текстиль и подошва резина. Вот, смотрите, такие красивые кружевные кедики. Задничек такой золотой. Здесь шнуровка, чтобы один раз, вот, наверное, затянуть как следует. А здесь уже можно будет замочек открывать, чтобы не расстегивать каждый раз. Ну, вот удобно. И стильненько так, прикольно. Но единственное, что меня смутило, это вот такой залом. Посмотрите, какой прям сильный такой. И если стягивать, то вот как это смотреться будет. Посмотрите. Ну, не знаю. Сами они не очень достаточно такие мягкие. Вот как слепоны я показывала. Слепоны прям сильно так гнулись. Подошва мягче была. Здесь нет. Здесь подошва намного упругая. Больше. Вот прям видно даже, с каким усилием я их гну. Но они, конечно, очень красивые. Красивые. Это не мои. Это я заказывала клиентку у меня, своей внучки. Поэтому я не могу сказать, как они идут. Размер в размер. Или больше мерят, или мало мерят. Ничего не могу сказать. Но вот то, что вот этот залом меня смущает. Это вот да. А так очень красивые такие. Прям прикольные для девочки кеды классные. Ну вот так они выглядят, собственно говоря. Следующее, это будут у нас туфли Ривьера, синие. Тоже идут в таком же мешке. Также артикул 88-43-28. Это 35 размер. Приходит каждый туфля приходит в отдельном мешке. Вот с такой палочкой. Расширителем, как бы, да. И вот в таком. В носу набита бумажка. Здесь идет такая чуть дополнительная картоночка. Ну, наверное, для того, чтобы можно было померить, не пачкать. Я так думаю, для чего она еще? Больше не для чего. Что я хочу про них сказать? Очень мне понравились. Очень классные. Подошва такая прям хорошая. Каблук устойчивый достаточно. 6 сантиметров каблук, верх и подкладка, и стелька это эко-кожа, а подошва тунит. Такие вот они интересные. Цвет очень синий глубокий, мне прям понравился. Но я была разочарована, я ношу 35 размер, это 35, и я в них не влезла. Если вот левая нога, как считается, немножечко поменьше, она еще как-то втиснулась у меня, то правая нога у меня вообще в них не вошла. Это говорит, я не знаю, может быть, они и разносятся, может быть, туда и пройдет дальше, может быть, это за счет того, что такой узкий нос у них. Но я не хочу сказать, что у меня толстая прям нога, ступня, нет. Ну вот, по полноте, на полную ногу, я так поняла, они совершенно не пойдут. Надо либо на размер брать 36, кто носит 35, и у кого нога, ну, не даст, не худенькая совершенно. Ну вот, я была разочарована очень, потому что они мне прям понравились. Красивые такие туфли, устойчивый такой каблук стильный, такой необычный. Наверное, закажу 36, попробую. Прям впивается вот тут, вот задник очень грубо так, прям, не знаю. Ну вот очень-очень жаль. Вот такие симпатичные туфли. Так, ну и еще мое разочарование, это... резиновые сапоги, которые я очень ждала. Тоже приходят в таком же мешке с замочком. Ждала я их, так как сейчас такая погода непонятная. Как раз все течет.
И сейчас только временно ходить в таких резиновых сапогах. Посмотрите, они какие классные. Здесь идет такая вот вставочка в голенище. Очень классные сапоги. Мне прям понравилось. Вот так вот, как будто все прострочено. Литая подошва. Каблучок такой здоровский. Это артикул 88-42-51. Сапоги Риана темно-синие. Ой, ну что хочу сказать. Каблук здесь 4 сантиметра. Голенище укороченное. Узкое голенище настолько, что моя нога вот не протиснулась. Я в них не влезла тоже совершенно. Представляете? Я не знаю, ну вот, они же не заявлены как детские. Но моя полнота ноги, ну вот они не натянулись мне на пятку совершенно. А так, посмотрите, какие классные. Сзади такая прострочечка. Вот этот хлястик такой. Ну просто классный. Я вот боюсь, если я туфли, я знаю, что я закажу 36-й, то здесь вот сапоги заказать 36, я не знаю, а втиснусь ли я в 36-й вот здесь вот, в этом месте. Потому что я говорю, нога вот, когда всовываешь, на пятку не натягивается совершенно, она не заходит дальше. Здесь вот, кстати, посмотрите, вот так вот сделано. Если бы это было чуть больше, то, мне кажется, было бы все хорошо. А так я даже не знаю, что вот так вот. Ну, такая вот ситуация с этими сапогами. Хотя я их ждала вот больше всего. Нравится мне. Очень нравится. Очень красивые такие стильные сапожки. Класс. У кого узенькая ножка, прям советую. А вот мне не подошли, к сожалению. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем, ссылочка на регистрацию внизу под видео. Проходите, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная и паспортные данные не нужны. С вами была Надежда. Всего вам доброго.